Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про обувь суперспасибо и заказываем треки на любимых исполнителей. Также, ребятки, прошу подписаться на мой телеграм-канал. Ссылка в описании. Ребятки, слушаем нашего популярного матершинника. Давно не было. Хинравонтер. Поехали, друзья. Ладно, не говори, что ты реальный нигер, тогда объясни, как я забрал весь твой кэш. Как мусор помешался, мне нужен весь мой ебаный клер. Малыха танцует на моем члене нижний брейк. У меня шепка, сон, божественный план, будто я дрейк. Я кончил пули, ты расселась, тебе показать, где ты. От зомби и за ласку позитка, да? Ну, ребятки, голос у него красивый, конечно. Мат есть, нецензурная лексика, ребятки, я это не слушаю. Оцениваю трек, голос, ребятки, да? Поехали. Временность, но на мне еще две палки, как Фэрл. Фестиваль в Тихаусе, это был Ди-фест. Они не верили, это моя месть. До встречи с твоей бабушкой, не знаю слова секс. Алталантов танцует, нахуй ей может спеть. Мои книги белые, как ночи в Питере и снег. Я получаю бабки даже во сне. Не про влюбленность, но оставил лопу бабочку в животе. Ну, ребята, что скажу. Трек интересный, да, ребята? Деньги, 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 ребятки. Мат есть, я это не приветствую, друзья. Вы знаете. У меня живот отлина, будто шара жудите. Жди звонка, ты была нужна мне только на один день. Я вернул его пузо, его кишка свисает, как ремень упасть. Я тёлка, не хочу из неё вынимать. Красочетку, но купил у препода автомат. У твоих шутеров нет денег. Что скажу? Музыка мне понравилась, ребятки. Легкая музыка, двигаться можно. Обработка есть современная, ребятки. Мне понравилась музыка. Голос у него, конечно, шикарный. Красивый голос у него, ребятки. Но я думаю, вот этим красивым голосом, если он спел бы романтическую песню, романтический трек, это было бы так чудесно, ребятки. Потому что у него действительно красивый голос. Звонкий, красивый, да, ребятки? Я хочу послушать такие красивые треки, да? Хочется. Что скажу, ребятки? Еще раз скажу. Плохие слова я не слышу, когда там что-то такая гадость поется. Я просто их отправляю, ребятки. Все. Музыка хорошая, голос прекрасный. Жду от него красивых романтических треков. Пока, друзья.